Соперник был с Грузии, такой очень хороший парень, опытный, более 50 боев имел, половину из них он одержал нокаутами. Был опасный, ну как бы вот. И я чуть волновался очень сильно. Ну хорошо, что подготовка у меня была очень хорошая, очень хорошо. Я так никогда в жизни не готовился, как в этот раз. Вот, очень хорошо подготовился. И в ринге я почувствовал сразу, что он сгорел, волновался очень сильно соперник, что знал со мной. Боксирует. Я почувствовал и сразу его начал бить в печень. И он это, как сказать, сразу пропустил удар. Я его начал добивать. И все закончилось очень быстро в первом раунде. Боксом Владимир Саруханян занимается с 13 лет. Пришел в этот вид спорта из футбола. Вслед за ним сменил поле на ринг и его брат Ваги. В 2016-м он стал чемпионом Евразии и защитил титул в прошлом году в бою с соперником из Филиппин, у которого на счету не было ни одного поражения. Также Ваги взял чемпионский пояс в легком весе. В 2017 году была мне честь побоксировать за интернациональный пояс WBC. Вот, проходил бой в Сочи, 4 августа было, в цирке. Соперник был из Бельгии, Хеди Селимани, который был очень крутой. У меня была своя тактика. За 4 раунда я его немножко пообманывал, повыдергивал. И в 5-м раунде я его нокаутировал в печень. Добиться результатов уверены спортсмены. Им удалось благодаря поддержке опытных тренеров спортшколы номер 1. На том бою, где мы участвовали, были представители, менеджеры. Это был Титов, это представители были мира бокса. Я думаю, что сейчас пройдет анализ определенный. Ждем предложений. Заинтересовались в Англии. Поэтому сейчас немножко нужно подождать время. Но вместе с тем продолжать занятия и готовиться к будущим победам. Теперь Владимира Саруханяна ждут интересные предложения в Лондоне. Возможно, уже в конце этого года сочинец представит наш город в турнирах с другими звездами профессионального бокса.